Всем привет! Вы смотрите видео-версию сайта «Моя Москва онлайн». В столице идет выставка «Геометризмы». В Новой Третьяковке проходит выставка «Геометризмы. 1950-2010». Об этом рассказали на сайте Культуры РФ. По словам организаторов, в экспозиции задействованы 140 работ, среди них скульптуры, картины и графика. На сайте также отметили, что выставка условно разделена на два поколения – тех, кто начинал в конце 1950-х, и тех, кто творил с конца 1980-х. Жители и гости столицы смогут познакомиться с работами Владимира Немухина, Татьяны Баданиной, Рубена Апресяна, Валерия Юрлова, Эдуарда Штейнберга, Алены Кирцевой, Александра Юликова и Владимира Андриенкова. Мероприятие завершится 12 января 2020 года. Возрастное ограничение 18+. На этом пока все. Еще больше новостей из жизни столицы и не только читайте на сайте mymsk.online. До скорого!